Сегодня мы попробуем разыграть людей, которые пришли в наш автодом на квартирник. С нами сегодня будет Раиль Арсланов, но он будет играть парня с улицы. Давайте посмотрим, что же из этого получилось. Ребят, здравствуйте, всех с Новым годом. Меня зовут Александр, лучший гитарист города Казани, по мнению моей бабушки. Я для вас хотел бы поиграть немножечко под гитару, спеть первую песню. Значит, эта песня всем известна. Вы ее все прекрасно знаете. Это называется, ну, песня «Батраки на Волге». Батраки на Волге, батраки на Волге, батраки на Волге, рыбаки, батраки на Волге. Зачем его только из больницы выпустили? Батраки на Волге. Что за дичь? Играть-то умеешь? Ну я как играю? Ну вот же играю. Че? Может, еще потренируешься? Ну, я могу и так, в принципе, поиграть вам, смотрите. Вот это уже звучит. По крайней мере, ничего. Ничего на свете лучше нету, чем бродить. А вы можете вот мне просто, ну, подыграть ритм? Вот, вот вашу руку можно, да, правую, которая с пятью пальцами, да? Вот. Да. Можете вот немножко так поиграть, да? Ничего на свете лучше. Самый худший день здесь. О, Господи. Господи. Сейчас сыграю вот свою коронную песню. Сколько лет прошло, все о том же, гудят провода, все о том же, ждут самолеты. Девочка с глазами самого сильного льда. Сейчас завязывай, здесь, наверное, каждый лучше играет, чем ты, мне кажется. Но у меня сейчас уши завязывают. Смотри, да, как надо играть. Лето, расскажи о том, что на болела. Под дождем бежал тебе с букетом. Оказалось, ты промокла с кем? Да, другим помпыровый аромат ее волос. Не зря играл с тобой. Думала ты, думала, что не заберу с собой. Если тебе будет грустно, приходи туда, где продолжали мы закат. Если тебе будет грустно, не забывай меня. Если тебе будет грустно, приходи туда, где продолжали мы закат. Если тебе будет пусто, не забывай меня. Не забывай меня. Не забывай меня. Вот это другое дело. Может, 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 может. Чуть неинтересно. Ну да. А свои песни пишешь? Пишу. Исполнишь что-нибудь? Сколько нам отпущено? Сколько суждено, я не знаю, брат, но это больше, чем кино. Тут половина скажет, что все предрешено. Какие к черту планы, если время решето? Но я не верю тем, кто говорит, чтоб я остался тут. Я не верю тем, кто говорит, что не попрет. Мой корабль на взлет, очень скоро повезет. Прилетай, поворот, мимо и все. Ей скоро повезет, значит, во всем. Между нами не посот, обрати взор. Я как красной полосой обратить в сон. Пролетая поворот мимо и все. И мне скоро повезет, значит, во всем. Между нами не посот, обрати взор. Я как красной полосой обратить в сон. Обратить в сон, обратить в сон. Я сейчас все-таки хочу попробовать реабилитироваться в глазах общественности. Ляг, отдохни и послушай, что я скажу. Я терпел и всего.
сегодня я ухожу. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все, до свидания, черт с тобой. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой. Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего. А мы живем, а нам с тобою повезло, назло. Я просто похлопаю. Из каждого. Пацаны, вообще, ребята, классно. Ребят, ну мы немножко вас чуть-чуть разыграли. Я надеюсь, вам понравилось. Очень классно. Да, да, классно. Спасибо. Кукушку сыграли. Ты играешь ее в этот анализ? Нет. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка. Жители на выселках, ко мне бежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Спасибо за внимание. Весь день я переписывался, нам сначала не дали добро, сказали, нужно разрешение вообще на все эти съемки и так далее. Я Раилю говорю, отбой. Сложно. Паша тоже там в подвешенном состоянии, ехать, не ехать. Я говорю, он там вообще отменил там куда-то поездку на Антарктиду. Знаю, куда. И, короче, в итоге я Раилю звоню уже в половину, за полчаса. Я говорю, все, айда, поехали. Он говорит, да, вообще легкий на подъем человек. Вчера позвонил одному блогеру, не буду называть имя. Ой, мне неинтересно, а что, сколько мне заплатят? Я говорю, блин, ну, я говорю, люди сами платят за эту поездку. Я говорю, ну, чисто на энтузиазме. Я говорю, просто вам подарит подарок. Я говорю, если хотите, ну, попадете, как бы, там, ко мне на канал, там, я вам скину материал, вы можете, там, себе. Ой, не, мне неинтересно, я, мне нужны деньги. Я говорю, ну, ладно, все, тогда. Раиль вот в этом плане, конечно, вообще... Человека, миллион подписчиков на Ютубе, миллион в ТикТоке, да, у тебя лям же, по-моему? Да, 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 да. Круто. В Инстаграме, да. И согласился. Раиль, я тебя за это очень уважаю, люблю. Спасибо. Да. Такой, не забудь закинуть 500 евро. Вот. Ну все, ребят, спасибо на этой позитивной ноте. А мы что-то уходить не хотим. Да? Оставайтесь.